Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. С гнильцой на пятой базе продавали некачественную рыбу. 13 аварий, 2 погибших. Сводка происшествий за выходные. Родину молодым. Итоги Дня молодежи. Российское ПО в гаджетах и рост цен за ЖКХ. Расскажем основные изменения, которые нас ждут в июле. За сутки в Рязани области COVID-19 заразилось 82 человека. Данные предоставил Федеральный оперштаб. За сутки от коронавируса скончались 4 пациента, а 75 рязанцев от COVID-19 вылечились. Напомню, ранее региональный оперштаб опубликовал данные по заболевшим. В рязанских больницах на понедельник, 28 июня, находится больше 400 человек с коронавирусом. А это очередь из тех, кто хочет привиться. Фотографию сделали в гипермаркете «Глобус». Там расположен пункт вакцинации. Прививку также можно сделать в Атроне и ТРЦ М5 Молл. Полный список медучреждений можно посмотреть в интернете. Сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с представителями Россельхознадзора на территории продуктовой базы номер 5 пресекли продажу некачественной рыбы. Посетители торговой точки жаловались на неприятный запах и невзрачный внешний вид. Их опасения подтвердились. На этих фото та самая партия некачественной рыбы. В коробке из-под цыплят бройлеров. Даже на импровизированной витрине это все выглядело не очень, в подсобке и вовсе казалось за гранью. Все смешалось, где здесь хек, а где морской язык, продавцам, похоже, было уже не важно, а вот покупатели возмутились. Изложенные в обращениях факты были подтверждены. В нарушение технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности рыбы, рыбной продукции действительно допускались нарушения условий хранения рыбной продукции, нарушался температурный режим и также условия реализации. Стойкий запах с гнильцой сподвиг комиссию на комплексную проверку. Результаты превзошли ожидания. В торговых точках хранится продукция с истекшим сроком годности, обезличенная, в связи с чем готовятся материалы для возбуждения административных дел и направления в суд. Понятно, что продуктовая база номер 5 – одна из главных точек закупки для многих рязанцев. И понятно, что за всеми точками, а их тут много, не уследить. Поэтому вовремя сигнализировать о нарушениях – это, наверное, долг любого покупателя. Надзорные органы обещают реагировать незамедлительно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Прошедшие пятницы и минувшие выходные снова не обошлись без аварий. На дорогах Рязанской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В результате 2 человека погибли и 16 человек получили травмы различной степени тяжести. В Еремишинском районе в результате ДТП погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Трагедия произошла 27 июня примерно в 17:00 на 18-м километре трассы Сасово-Восход-Ермиш. По предварительной информации, в результате неправильно выбранного скоростного режима не справился с управлением своего авто, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте автоаварии. Еще одна авария произошла 26 июня на улице Островского. Столкнулись «Газель» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали 2 пассажира «Калина» – женщина в возрасте 66 лет и 4-летний ребенок. Им потребовалось оказание медицинской помощи. 26 июня примерно в 9:10 в городе Рязани на улице Островского произошло столкновение автомобилей «ГАЗ» и «Лада». По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «ГАЗ» не предоставил преимущества проезда автомобилю «Лада», в результате чего произошло столкновение. По факту аварии проводятся проверки. Помимо 13 дорожно-транспортных происшествий за прошедшую пятницу и выходные дни, в результате которых 2 человека погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести, в области произошло 80 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 8906 нарушений ПДД, в том числе 40 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На содержание дорог Рязань потратит 158 миллионов рублей. Об этом сообщает Ростендер.Инфо. Заказчиком выступает управление благоустройства города.
Объявлено 4 тендера на содержание дорог. Подрядчику предстоит заделать выбоины и просадки. Первый аукцион касается улиц Московского района, таких как Зафабричная, Птицеводов и другие. Начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей. Второй контракт предусматривает ремонт дорог в центре города, на улицах Грибоедова, Есенина и других. Здесь сумма больше – 54 миллиона. Третий аукцион затрагивает ремонт дорог в железнодорожном районе, на улицах Дзержинского, Пушкина и так далее. Начальная цена контракта составляет 26 миллионов рублей. Победитель четвертых торгов будет ремонтировать дороги на улицах Баженова, Гагарина и еще нескольких участках. Начальная максимальная цена контракта составляет 28 миллионов рублей. Завершение работ по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» в городе Рязани запланировано на конец августа. Заявки принимаются до 5 июля. Источником финансирования является городской бюджет, в том числе средства, поступившие из областного бюджета. Российское ПО в гаджетах и рост цен за ЖКХ – это только часть изменений, которые ждут нас в июле. В нашем следующем материале расскажем подробнее. Начнем с острой темы – рост тарифов. Традиционно они вырастают во втором полугодии. И в августе жителям придут платежки с уже повышенными суммами. Согласно сайту Newsmont, в Рязани индексация тарифов ЖКХ составит 3,4%. Эта цифра – предел, выше которого тарифы не вырастут. Конкретнее расписали на портале «Аргументы и факты». Больше всего повысится цена за отопление. Гигакалория тепловой энергии стоила 2270 рублей, а будет 2400. Впервые вырастет и тариф на вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов плата за одного увеличится на 2 рубля 80 копеек и будет почти 96 рублей. С июля за свет горожане будут платить 5 рублей 8 копеек киловатт-час. Об остальных изменениях можно узнать в интернете. А с 1 июля в этом поможет российское программное обеспечение. При первом включении смартфонов и планшетов можно будет выбрать российский поисковик среди других систем. Правительство утвердило список еще в январе. Но принуждения пользоваться отечественным не будет. Приложение можно легко удалить. Однако за продажу техники без установленного ПО российского производства продавцов будут штрафовать. А ипотека станет льготной, но не для всех. Семейную ипотеку можно будет взять под 6% годовых. Правда, только тем, у кого родился хотя бы один ребенок с 2018 года. Максимальная сумма – 6 миллионов рублей. С помощью этой же программы можно будет снизить ставку по кредиту, который взяли раньше. А вот потребительский кредит взять сложнее. Тем, у кого уже есть высокая долговая нагрузка, банки откажут. Причина – приказ Центробанка, который повысил коэффициенты риска по объемам достаточности капиталов кредитных учреждений. То есть рискованные займы давали слишком часто. Новый приказ и призван такую динамику сократить. Зато те, кто переболел ковидом, смогут бесплатно пройти углубленную диспансеризацию. Первыми будут переболевшие в тяжелой и средней форме. А программа плановой диспансеризации возобновится. Россияне до 40 лет могут проходить ее один раз в 3 года. Старше 40 лет – ежегодно. Плохие новости для курильщиков. С 1 июля они не смогут купить табачные изделия дешевле 108 рублей. Это связано с повышением единой минимальной розничной цены. Повысилась она еще в апреле в связи с увеличением акциза. Есть хорошая новость. Продавцам разрешили распродать остатки товаров по старым ценникам. Немаркированные же сигареты и табак для кальянов уберут из продажи. Так борются с нелегальной продукцией. Закончим новостью для отдыхающих. С 1 июля владельцы пляжей должны регулярно проводить очистку дна водоема от растений, коряк и других предметов, которыми могут пораниться купающиеся. В местах отдыха появятся информационные стенды, где будет информация о времени работы пляжа, данные управляющей компании, прогноз погоды, схема пляжа и номера телефонов аварийно-спасательных служб, скорой помощи и полиции. Валерий Седов, телекомпания «Город». 2 новых резервуара для приема и хранения сырья с автоматизированной системой управления ввела в эксплуатацию рязанская нефтеперерабатывающая компания. Суммарный объем 6 тысяч кубометров. Новые резервуары повысили стабильность работы установок первичной переработки нефти и расширили возможности управления потоками сырья. Объекты оснастили алюминиевыми понтонами, которые исключают испарение нефтепродуктов в атмосферу. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности установлена система блокировки и противоаварийной защиты, автоматические установки пенного пожаротушения и водяного охлаждения. Резервуары также обеспечили распределенные системы управления, что позволяет контролировать работу объектов дистанционно, в автоматическом режиме и в реальном времени. Оборудование интегрировано в систему «Цифровой завод», реализуемой на РНПК. Ранее по этому проекту на предприятии уже заработали 2 резервуара с суммарным объемом 20 тысяч тонн.
В День молодежи губернатор Николай Любимов встретился с активистами детских и молодежных общественных объединений. Одна из главных тем обсуждения – судьба кинотеатра «Родина». После долгих лет запустения кинотеатр «Родина» планируют передать молодежи. Об этом заявил глава региона Николай Любимов во время встречи с активистами в День молодежи. Кинотеатр «Родина», который был много лет в частных руках, принято было нами решение о том, чтобы он стал молодежным центром. Патриотическим молодежным центром, центром проведения досуга, еще как-то, да. Ну вот давайте вместе определим, что бы вы хотели в этом центре видеть. И для нас это важно, потому что вы придете туда, молодые люди, только если вам там будет интересно. Сейчас здание кинотеатра на реконструкции. Последние несколько лет оно принадлежало частнику. Теперь у региона появилась возможность передать здание кинотеатра. Предложение по организации молодежного центра «Родина» рассказали участникам форума. Плюс обсудили и архитектурный потенциал исторического здания. Обсуждение будет продолжено. Я уверен, что нам еще много, конечно, предстоит сделать, но сделать это нужно вместе с вами. Пример такого, наверное, живого общения, обсуждения и поиском общих путей решения каких-то вопросов – это пример сегодняшнего нашего обсуждения, сегодняшней нашей встречи. Николай Любимов добавил, что молодежи оказывают небывалую поддержку. Как пример, это помощь молодым семьям, увеличение числа бюджетных мест в региональных и столичных вузах. Во встрече с представителями молодежных и детских общественных объединений также участвовали представители Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанской областной организации «Российский союз молодежи» и другие. Для участников организовали дискуссии, мастер-классы, лекции и квесты. Валерий Седов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и спокойных новостей. До встречи в эфире.